Сергей Полонский рвется на свободу. Он выговорился сегодня в Мосгорсуде. Что называется, о наболевшем. Прямо сейчас покажем. Сейчас чуть-чуть подождем и обязательно посмотрим. Полтора года без суда меня уже осудили. И какая бы ни была бы компенсация, она не компенсирует того времени, которое я здесь нахожусь. Мосгорсуд признал законным возврат дела Полонского в прокуратуру. Меру пресечения оставили ту же самую, он под арестом. Бизнесмена, напомню, обвиняют в том, что он дольщиков обманул. Сам он решением возмущен, как и его жена. Я прихожу к нему два раза в месяц. СИЗО хорошим быть не может, условия ужасные, естественно. Да? В камере он где-то 3 человека с ним. Состояние плохое, все плохо, он очень-очень устал, и устал от этой несправедливости, он устал уже кому-то всем доказывать свою невиновность, потому что все это дело – это полный абсурд. Заметили титр? Теперь она Полонская. Юлия Дерипаска поменяла фамилию после свадьбы в СИЗО в июне, а до этого они вместе жили просто 12 лет, не расписывались вот так долго.